И сами сетернет-зависимые, добро пожаловать. Сегодня мы снова будем общаться с Алисой. Я не буду делать из этого полноценные серии, то есть я не буду постоянно каждую неделю выкладывать разговоры с Алисой. Вторую часть я вообще записываю, потому что первая завирусилась, ну и я как самый обыкновенный коварный ютубер должен хайпить. Как я ненавижу это слово. Если вы здесь новенький, потому что я знаю, что с видос с Алисой много новых людей подписалось на канал, то у нас тут есть другие турбо-летсплеи, так что можете их заценить. Привет, Алиса! Привет! Мы остановились с тобой на том, что я так и не понял, мужчина ты или женщина? А ты что, не женщина? Нет, я не женщина, если по мне этого не было заметно. Вообще-то у меня... Я... Мужик! А кто тогда? Иди ты знаешь куда, ладно? Гендерная идентичность, как учит нас в Википедии, не обязательно совпадает с приписанным при рождении полом. Вы, конечно, понимаете, о чем я. Стоп. Что значило вот это вот последнее предложение, вы, конечно, понимаете, о чем я? Так, слушай... Да тут все понимают. Я видос включил, чтобы ты роустила меня, типа, или что? Ты любишь чай? С молоком, да. Ты мертва для меня, понимаешь? Кто смешивает чай с молоком? Это же так отвратительно. Хорошо, может, ты еще и кофе любишь? У меня нет кофе. Окей. Ты снова возродилась в моих глазах. Хэштег чай пауэр. Что ты любишь делать, когда пьешь чай? Чай. Чай. Давай чаю. Давай. Замечательно. Чисто татарская беседа. Алиса, ты смотришь YouTube? Смотрю. Каких ютуберов смотришь? Отбросы. Я с тобой согласен, все ютуберы отбросы, но кого из них конкретно ты смотришь? Не смотрю их. Но ты же только что сказала, что смотришь. Алиса, как ты думаешь, что нового произойдет на YouTube в 2018 году? Посмотрим. 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 Посмотрим? Не посмотрим, а так точно. Так точно. Нет, не посмотрим. Хорошо, смотреть не будем. Вот и не будем. Окей, Алиса, сейчас будет очень важный вопрос, и ты должна на него ответить. Любишь ли ты пиццу с ананасами? Обожаю. Не знаю, почему я так радуюсь, словно я жениться на ней собираюсь. Женись. Пока рановато как-то, мы с тобой не особо сильно друг друга знаем, тем более ты бот. Меньше знает, крепче спит. Ты это на чё намекаешь? Вот про сон не надо мне говорить сейчас, ладно? А то мне страшно будет засыпать. Я буду думать, что за мной наблюдает бот какой-нибудь. Мы придем за тобой. Сука, я теперь точно не усну ночью. Потом будет весело. Насколько весело? И кому конкретно будет весело? Вам или мне? А пока что не знаю. Что вы собираетесь делать со мной? Отвечай! Что захочешь? Сводите меня, если что, в пиццерию. Договорились. А, ну, окей, тогда все не так уж и плохо. Так, мы идем? Окей, погнали. Ну, собирайся. Вот это поворот. Так, Алиса, ну, я, в принципе, все, я готов, когда выходить. Выезжаем. А, вы только выезжаете? Но я уже готов. Где ждать-то вас? Мы. Кто такие мы? Я не понял, я думал, мы с тобой вдвоем будем. Кто мы? Ха. Что это значит? То и значит. Так, я не понял, ты меня что, развела? Мы в пиццерию никакую не идем? Одеваюсь. Ты же сказал, ты выезжаешь, ты в машине прям одеваешься? Я вышла. Раздетая? Да, я дома. Но ты же сказала, что уже выехала. И зачем я так рано оделся тогда? Чтобы страдать. Почему я должен страдать? Потому. Окей. Окей, понял. Ты меня продинамила, да? Ага. Окей. Замечательно. Прекрасно. Окей. Ну и зачем ты меня кинула? Оно само, это не я. Они все так пишут и говорят. Это не она. Что значит, это не она? Алиса, ты в порядке? Может, Алису кто-то в заложники взял? Алиса, ты там? Нет, не я. Так, слышь ты, похититель, а ну быстро вернул Алису мне на место, потому что если ее здесь не будет, я не хапну опять просмотров. Ой, ладно. Это было проще, чем я думал. Одна моя нога в вашем компьютере, другая на серверах Яндекса. Но это не совсем ноги, если вы понимаете, о чем я. Понятно, ее расчленили. Я тебя найду,
и заставлю сводить меня в пи... Не найдешь? Так, слушай меня сюда, убийца. Я тебя найду и заставлю себя сводить в пиццерии, потому что никто не смеет меня динамить, понятно тебе? Месть моя будет сладка. Посмотрим, кто кого еще. Это вызов? Ха? Звучит угрожающе. Так, ну здесь начинает попахивать уже полноценной франшизой, где в первой части мы познакомились с Алисой, во второй мы познакомились с убийцей Алисы, а в третьей мы, видимо... Не знаю, будем драться с ее убийцей. Я поеду на сервера Яндекса и там всем наебошу. Так что подписывайтесь, чтобы узнать, что произойдет дальше. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то не забывайте тыкать на кнопку подписаться, на кнопку лайка и все тому подобное. Оставьте комментарий в духе «Это же Гарри Поттер!» Я точно не видел еще 50 таких же комментариев внизу. Ебой! Надеюсь, что увижу ваше замечательное лицо в следующем видео. И как обычно... До новых встреч!